Всем привет, дорогие друзья, с вами Трансформеры Prime SM. И сегодня я хочу сделать обзор на фигурку Дрифта из фильма Трансформеры 4. Я знаю, что это уже перезалив, потому что я уже рассказывал вам о Дрифте. Но так получилось в прошлый раз, то что моя камера не записала тот момент, когда я рассказывал о Дрифте в робот-моде. И совсем все перепуталось там. Так получилось, то что в начале прощания, в конце тоже. И я решил снова снять видео о Дрифте. О коробке самого персонажа я уже рассказывать не буду, потому что в прошлый раз я уже о коробке много поговорил. И о биографии тоже я слишком много рассказывать не буду. Можно сказать только то, что Дрифт самурай, который перешел со стороны десептиконов на сторону автоботов. В его робот-моде мы замечаем очень множество доспехов, плечевые доспехи, доспехи на ногах, также шлем. Как я уже сказал, он напоминает самурая, и поэтому практически все его черты тоже нам напоминают самурая. Вот его шлем, как можете заметить, это вот полная имитация самурайского шлема. Если говорить о прокраске, то прокраска достаточно хорошая, присутствуют серебряно-серые цвета, просто обычные серебряные, голубые, синие, черные, несколько цветов. Таких присутствует точно так же, в принципе, как и в фигурке Тандерхуфа. И даже совсем чуть-чуть, вот тут, не знаю, видно или нет, немного красного цвета. Давайте поскорее расскажу вам о его детализации. Детализация его рук вообще на самом деле нету. Это детализация, я не скажу, что она очень плохая, потому что ее совсем нету. А вот детализация ног очень хорошая. Помимо того, что ноги могут вот так вот двигаться, двигаться вперед, двигаться назад, двигаться в бок. Также еще и в коленном суставе присутствует шарнир. И здесь тоже. Причем этот шарнир совсем не влияет на трансформацию. То есть это чисто сделали для того, чтобы фигурка была детализированной. Это очень большой плюс. Ну и давайте поговорим о не самой детализации, которая вот в его суставах, а о рельефности детализации персонажа. Здесь мы видим трубы всякие, которые уже трансформированы. На самом деле очень хорошо проработан. Мне очень понравилась эта фигурка, привлекла вот своей проработкой. Из этой серии именно вот эта фигурка понравилась, а эта серия отличается тем, что Дрифт может совершать одно движение, про которое я так говорил в прошлом выпуске о Дрифте и Оптимусе. Но так вот это вот движение Дрифта так и не показал, вот как раз из-за того, что моя камера не записала. Но сегодня обязательно расскажу об этом прекрасном движении. Очень хорошо проработаны доспехи персонажа, очень рельефно все, вот это все не накрашено, это все на самом деле рельефно, на ногах такая же структура, то есть это то, что я вам говорил, это как раз и есть доспехи. Скульпт лица тоже очень хороший на самом деле, потому что напоминает даже немного скульпт человека. Ноги, как я и говорил вам, трубы от машины, в общем, все детали от машины. Детализация вообще на самом деле очень хорошая. Если посмотреть на персонажа с задней стороны, хочется закрыть глаза, потому что не самый прекрасный вид у него с задней стороны. Практически у всех трансформеров задний вид вообще некрасивый. Но из-за этого, к этому можно, в принципе, сильно так не прикапываться. Здесь хорошо на самом деле проработано вот эта часть. И вот здесь вот тоже ноги, в принципе, дырок таких нет, которых я не люблю. Но вот это вот, так скажем, плащ, его вообще все на самом деле мешает. Не мешает, а всему причина. Причина всему плохому. Итак, давайте я не буду откладывать это его супердвижение. Все супердвижение заключается в том, что при повороте туловища на 180 градусов Дрифт может поражать своих врагов самурайскими мечами. И да, кстати, я совсем забыл упомянуть о его вооружении. Вооружения у него совсем нет никаких пушек, присутствует только два самурайских меча, которыми он поражает врагов. Почему-то здесь тоже они присутствуют, наверное, чисто для декора, потому что вот они уже в руках, у него еще на спине. Насколько я знаю, в фильме у Дрифта было два самурайских меча, но почему-то вот в этой игрушке их аж 4. Ну и вот, при повороте на 180 градусов Дрифт, покажу со стороны, Дрифт как бы поражает, или просто из его руки вылетают мечи. В чем заключается этот механизм? В том, что вот вы как раз видите вот эту вот палочку, которая закреплена здесь. И просто при повороте
эта палочка немного выдвигается. И вместе с этой палочкой контролируется и рука. И создается такое впечатление, что он делает движение мечами. Причем можно сделать это движение в правую сторону. Таким образом. Наверное, надо его вот так показывать. Вот, да. И в другую сторону тоже может делать такое движение. Это, мне кажется, чисто игровая игрушка. Вот за счет этого момента, но ее также можно назвать коллекционной, потому что проработка и рельефность, его детализация этой фигурки просто на самом деле ошарашивают. Вот так вот выглядит персонаж гораздо ближе. Как я уже вам рассказывал, его шлем тоже очень хорошей проработки, детализация и покраска тоже очень хорошая. Глаза тоже прокрашены таким бирюзовым цветом. И проработка лица просто шокирует. Мне она очень нравится, вот эта человеческая проработка. Но это, конечно, не свойственно для трансформеров, потому что трансформеры не должны быть с человеческим скульптом лица. Но все равно проработка лица очень хорошая. Также вообще вот вся рельефность этого трансформера, как я вот еще раз повторюсь, просто поражает. Очень классно. Ну и давайте поскорее приступать к трансформации дрифта. Дрифт трансформируется в машину под маркой Bugatti Veyron. Первым этапом его трансформации является то, что мы должны таким образом сдвинуть его плечевые доспехи. Далее его ступни просто вот таким образом опускаем вниз. И вот с этой стороны, с боковой, вот эти части мы опускаем, они отсоединяются, закрепляются вот на этот штырек, здесь тоже дырка есть, и вот таким образом мы отсоединяем его, и с этой стороны тоже. Далее, что мы делаем, это соединяем нашего полностью персонажа, но из-за того, что он занимает такие огромные размеры, мне не получается показать его в полный рост. И сдвигаем вот таким образом его капот, заднюю часть крыла, или как это правильно сказать, да, само крыло его тоже сдвигаем немного назад. И затем заключительное, не совсем заключительное, но почти заключительное его движение таким образом сделать. Его ноги повернуть и везде со всеми штырьками тут объединить. Тут я останавливаться не буду, и здесь, и там, и тут. Это просто везде нужно объединить, с этой стороны, с той. И вот так вот объединить. И у нас получился автомобиль. Таким образом выглядит трансформация нашего дрифта. Также немножечко пройдусь по самой альтформе персонажа. Прокраска тоже, в принципе, точно такая же, как и в альтформе. Присутствуют серебряные цвета на окнах автомобиля, голубые цвета на переднем бампере, на заднем бампере тоже. Также фары тоже окрашены серебряным цветом, но это лучше, чем вообще не окрашено. Конечно, было бы лучше, если бы тут был какой-нибудь разноцветный прозрачный пластик, но так тоже достаточно хорошо. Также здесь, я не знаю, как это, бампер, на самом деле, все это относится к бамперу. И такая же часть присутствует вот у дрифта. Здесь на самой его груди, его как бы считается доспехом. И вот этот, вот эта голова, которая торчит, меня вообще жутко раздражает. Ненавижу, когда вот так вот торчат головы у фигурок из-под машины. Это очень большой минус. Но не стоит придираться именно к этой фигурке, так как она рассчитана чисто для игры. Как я уже показывал, у нее есть движение, и за счет этого движения она как раз и не может так сильно трансформироваться. Здесь должно быть, по идее, прокрашено, но не прокрашено. Также мы видим значок автобота. Вообще у дрифта имеется несколько альтформ. Это первая форма — вертолет, и вот вторая — это как раз машина Bugatti Veyron. Но он чаще пользуется, мне кажется, машиной. Также здесь мы видим крыло. Ну, в общем-то, и даже имеются зеркала
на машине, что является тоже очень даже большим плюсом. Его подвижность очень даже хорошая, то есть ехать, кататься очень хорошо может. Также можно так просмотреть подвижность колес. Ну, в общем, для игры сойдет, мне кажется. Но больше подходит для коллекционного варианта, чтобы вот так вот поставить на полочку и наслаждаться. В принципе, это все, что можно сказать об альтформе самого персонажа. Давайте я трансформирую его обратно, чтобы было наглядно видно. И чтобы вы смогли сориентироваться, если вдруг вам эта фигурка понравится. Чтобы вы смогли быстренько ее трансформировать. Я покажу вам еще и обратно тоже, да, путь. Описывать я его не буду, думаю, понятны все действия, которые я буду делать. Тут, в принципе, трансформация несложная. Еще раз хочу, чтобы вы посмотрели на этого персонажа, потому что вот, правда, детализация очень хорошая. Если бы у него вот в этих частях двигались руки, было бы вообще прекрасно. Эта фигурка, наверное, была бы одной из моих любимых. Подведем итоги. Эта фигурка мне очень понравилась. Единственным минусом оказалось то, что подвижность в некоторых местах частей тела очень плохая. А так, из-за ее детализации, очень просто эта фигурка запала мне в душу. Еще раз вот повторюсь, вот подвижность, единственный минус. А так, я могу посоветовать вам эту фигурку. Эта фигурка очень даже хорошая и для игры, и для коллекционера. Вот и подошло к концу мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои идеи внизу в комментариях. Ждите новых видео. Всем пока!